Всем здорово, с вами Андроид Андроидыч. Сегодня хотел поговорить об аркаде, который называется Rotten Worm. Червяной, земляной червь. Нажимаем, что мы в данной игре делаем. Вот наш червячок. Наша основная задача, вот так вот свайпами делать так, чтобы наш червячок жрал вот эти вот зеленые штуки, которые летят ему в рот. Если они попадают, у нас постепенно заполняется линейка сверху, да, и наш червь увеличится в размерах, и он, так сказать, становится закапываться все глубже и глубже. Вот основная, так сказать, задача в данной игре. Вот, и так уже мы, наш червячок уже достиг 5 сантиметров. Интересно, сколько там до метра, интересно, может он или не может, различные, как видите. Бонусы мы также можем использовать, какие дают дополнительные штуки нашему червяку. Игра выполнена такой простой графики, достаточно интересно сделана. Я такой еще игры не видел, такой маленько выглядит, конечно, все по-дурацки и как-то это по-сумасшедшему, но все равно все, сам игровой процесс достаточно увлекательный и оригинальный. Видите, какой-то камень стал на пути нашему червяку. Вот, такая интересная аркадка. По поводу плюсов, ну, плюс необычность самой игры, да, музыка такая успокаивающая, как я понимаю, вот эти вот круглые штуки, бомбы брать их нельзя, потому что мы тогда взрываемся и, так сказать, уменьшаемся в сантиметрах, становится еще короче. Кайфная аркадка. Ну, к минусу мы отнесли, что она слишком простая. Так очень-очень увлекательно и интересно. Всем советую в нее сыграть. С вами был Андроид Андроидыч. Всем пока.